почему вы умудрились так слить первую карту третьей минуты? Ну, опять сильная команда, действительно, немного тренировались перед чемпионатом. И за спиной не было Зерновити на первой карте, который нам обычно помогает, но немножко опоздал. Не опоздал, Зерновити не хотел приходить, вы вчера расстроились Зерновити. Зерновити посчитал нужным. Ну, Зерновити сегодня нас утром сильно расстроил, потому что не приехал. Мы пришли, он нас не собрал, но мы как-то так не очень. Ну потом мы включились. Нас, конечно, разгромили на первой карте на Тускане, но потом у нас получилось как бы собраться с мыслями. У нас таз были сильные качели. Мы 8-7, 7-8, там очень сложно был матч. Очень много файлов с нашей стороны были. Что ты можешь сказать по поводу агрессивной игры команды М5 все время закрытой? Они не знают 2 ВП, все время с ними поджимают. Создает ли какой-то дискомфорт? Не агрессивный стиль игры. Он у них не пассивный, но нельзя сказать, что он агрессивный. Они просто играют все время своей стрельбы, они отталкиваются от своих двух КВП. И это как бы, если они действительно с них попадают, то против них очень сложно что-то сделать. А так они играют, как любая другая команда, по тактике. Насколько тяжело играть вот команды, которые играют в одно ВП и в два, как и в пять, к примеру? Каждая команда пытается найти свой уникальный стиль. По свою команду, как им выгодно, играть, как им удобно. Этой команде играть удобно с двумя АВП. Они пытаются этого отталкиваться. Это не значит, что они какие-то агрессивные. Скажи, вот ты сейчас играешь на... Перешел с Майка на Пензу В2, да, которая сейчас будет выходить без акселерации. Что ты можешь сказать об этой мышце? Мне всегда нравилась форма Кензу, но меня не устраивало, что у меня есть акселерация. Как бы сейчас... Это орки! Они сейчас за тебя платятся завтра. Да-да-да, они за всех еще завтра. Бай-бай! Виктор! Виктор! Это обезьяна. Так, завтра мы вроде только обезьян играем, и, наверное, мы серьезно на них настраиваемся, потому что есть за что нам отомстить. Ты злой? Я реально злой после Сека, потому что они Сеньку обидели. Это не чревато. Это непростительно. Так хорошо, вернемся к нашим бойцам. Кинзу, точно как старая версия, только она полностью без акселерации. То есть она немножко изменилась поверхность, она стала более глянцевая. Раньше она была матовая, сейчас она глянцевая, как и Microsoft Special Edition от ТСК. То есть ты, скорее всего, перейдешь на эту мышку? Нет, я за другую мышку, которая должна быть. Я не трогаю ее, сказать. Ты у нас перепорчивый, Сережа. Да, но эта мышка, вот кто не смог играть с акселерацией, может попробовать себя на этой мышке. И последний вопрос, как ты думаешь, какие завтра карты будут с поляками? Я думаю, что они вычеркнут Мираж и Тускан, мы будем играть 3 карты. Трейн, Даст и Инферно. Спасибо тебе за интервью, да пребудет с тобой сила. Спасибо тебе тоже.